Скажите тоже что-нибудь. Что, поехали? Ну вот, ребята, кто там слышит и смотрит. Это состоялась наконец-то та массовка. Жалко, что вы не смогли прибыть. Вы это, ну, например, Инотик, привет тебе. Лёкочка, что ли, привет тебе. Слышишь, тут люди поют. Как здорово, что разных времен народ собрался. Жалко, что вас не было, но, может быть, встретимся на ББС. Всем вам привет от нашего большого сборища разнопланового и интересного. Передаю микрофон следующему. Скажи, ну скажи народу. Скажи, Альшес. А, хорошо. Скажи там кому-нибудь. Народ, кто здесь с нами? Нам здесь очень хорошо. Мы по-прежнему в Москве. И нам здесь неплохо. А вам в ваших Калифорниях, Аризонах, во всяких там штатах. В Штатах Америки. Ну, кто-то там в российский, это мало таких людей. В основном все в Штатах, конечно. Завидуйте нам, мы здесь все вместе. Хоть у вас там благосостояние, у нас ничего подобного, конечно, по-прежнему нету. Зато каждый день в России жить интересно. И показывали сегодня слайды ББС, замечательные слайды. Все мы вспомнили. Был слайд с двумя радугами, а я видела 4 радуги сама над пирсом. Желаю вам удачи. Надеюсь, что вы эти радуги тоже видели, и у вас будет счастье в жизни. Всего доброго. Ирина Удина.